тебе, зритель. Сейчас тебя ждет моя уходовая косметика на октябрь. Вот тут справа по борту расчесочка. Кошка не... У меня тут есть девайс слева по борту. И кошка хочет его... Вот этот бальзам для губ, ну вообще это масло для губ, которое, возможно, ты мог видеть у меня в шортс, либо в рилс, если подписан на инсту. Это масло косметическое мицеллярное, облепиховое для губ. Очень хороший состав. По вкусу как облепишка. И хорошо увлажняет. Да, ну, у меня будет вместо гигиенички, у меня бальзамчик один закончился, он будет в пустых баночках. Пустых баночек не особо много, поэтому они будут, наверное, сентябрь-октябрь, чтобы уж не мелочиться. В общем, вот такой бальзамчик у меня вместо гигиенички сейчас используется. И в октябре тоже будет. Я решила доделать то, что у меня тут чуть-чуть еще осталось. Плюс я разобралась в полке. Сейчас я попробую как-то это. Вот там вот видно корзиночку, в ней духи. Это вот потом АСМР с духами. Ну и, соответственно, я там выберу что-нибудь себе на парфюм октября. Так вот, я разобралась в полочке. Есть некоторые продукты, которые я, ну, про которые я забыла, у них либо скоро закончится срок годности, либо даже была одна штучка не вскрытая, у нее тоже срок годности до конца года. Ну и я, в общем, собрала, как бы обычно же записывают видео, типа там зачистка или как-то так. Но я решила без этого, без записывания видео, потому что все, что я там собрала, по договоренности отдала одному человечку. Ну и все как бы счастливы. Так вот, я решила доделать вот то, что я как бы использую. Но сейчас как раз прохладное, оно пойдет. И то, что вроде как открыто немножко есть, ну надо добить до конца. Так вот, сыворотка от мастерской Алисы Мустаевой серии Росс. Сыворотка для лица, глубокое увлажнение кожи. 30 мл. Тут, ну где-то, наверное, половина осталась. И я решила, что ее можно доделать, но я так поняла, что утром ее все-таки лучше не наносить, ее лучше использовать на вечер, потому что я ее вот... Был у меня человек в гостях, я до человека прогулялась, а пришла слегка жарко, хоть и дождик, вроде как ветерок такой, ну как бы прохладно. Умылась и поняла, что я вот ощущаю, и она не успевает питаться, а вечером использую, когда она нормально. В общем, вот эта сыворотка у меня будет, надеюсь, в октябре в пустых баночках. Я себе, когда приехала из деревни, хотела заказать какой-нибудь скраб для тела. И вот по Вайберс шарахалась, нашла такой скраб, шорцы вы его, возможно, видели. Если еще нет, можете глянуть. Или, если, опять же, подписаны на инсту, то в сторис и в рилс его тоже могли видеть. Алия. Ну, может, по-другому произносится, не знаю. Ну, в общем, кокосовый скраб, скраб для тела, 350 грамм, натуральный, увлажняющий, антицеллюлитный. Да, у меня, наверное, он тоже есть, этот антицеллюлит, короче. Ну, как бы я хотела скрабик просто, но мне состав очень понравился, практически полностью натуральный. Ну, то, что от целлюлита, любой, мне кажется, скраб попутно идет от целлюлита. В общем, он питает, смягчает, увлажняет, тонизирует, обновляет кожу, выравнивает тон, повышает упругость. И реально, вот, короче, как бы нанесла на кожу после душика. Кожа после него мягкая, он хорошо смывается. Бывает такое, что скраб вроде нанесешь, похоже, вот такой сахарный, или вот этот с солью морской. Ну, не морской, а обычный, по-моему, солью. Короче, солью или какой-нибудь скраб нанесешь, и бывает такое, что его смываешь, уж никак не смываешься. Либо кожа какая-то супермасляная, или еще что-то. Он не липкий, хорошо смывается водой, даже прохладной. Кожа такая мягкая, прям просто него. Мне очень понравился эффект. Еще у нас тут в составе натуральная соль, масло семян подсолнечника, кокосовое масло, глицерин, натуральный абразив грецкого ореха, масло миндаля, масло оливы, масло авокадо, цетаариловый спирт и антиоксиданты, парфюмированная вода. Изготовитель Eva Cosmetics. Внезапно 3 месяца, даже нет, по-моему, 2 месяца после вскрытия. Или 2 или... Нет, 3 месяца после вскрытия, так мелко написано, что вообще непонятно. Не очень разглядишь. Не тестируется, кстати, на животных. Ну и его можно тут использовать до 3 раз в неделю. Вот такой вот скрабик. Тоже будет пользоваться в октябре. Так как я сказала, что собираюсь доделывать в основном все сыворотки, что у меня тут остались, одну нераскрытую сыворотку я дала человеку, может, как повторила. Ну, как бы, я просто поняла, что я не успею доделать еще и ту сыворотку, а она даже не распечатывалась.
Это Велиния у нас гель сыворотка супер увлажнение. Его можно, в принципе, использовать не только как для лица, но можно даже, вот, допустим, вместо крема для рук. Хорошая сыворотка, но так как я большую часть провела в деревне, то, соответственно, я не пользовалась, но не брала, в принципе, тепло было, даже жарко. Вот этот кремик я решила доделать, я его вчера наносила как вечерний, в принципе, хороший кремик, у меня есть отзыв на рекоменд на него. Ну, короче, на все, что у меня тут есть отзывы на рекоменд, пока на эти две штуки, я оставлю опять списочек в инфобоксе и закрепленном комментарии. Если интересно, можете пройти почитать. Это Экомейк, тоже русская, кстати, фирма. Крем увлажняющий лаванда, питание и восстановление. Тут прям чувствуется вот эта лаванда. У него срок до декабря включительно этого года, поэтому я решила, что его в приоритете надо доделывать. Тоник у меня будет два тоника, но я просто то одним пользуюсь, то другим. Вот сегодня этим пользовалась. Это Сенда от фирмы Парли. Вот я его покупала в фикс прайсе год назад. Это тоник, значит, с витамином С, гиалуроновая кислота, тонизирует, освежает, увлажняет. Для всех типов кожи. Когда жарко, вот он вообще находка. Ну и когда не очень жарко, в принципе, он тоже ничего. Другой тоник у меня, на него есть тоже отзыв на рекоменд. Это Алибра Дерм. Тоник Софнер, успокаивающий для атопической кожи, для чувствительной кожи лица и глаз. Он похож на алоэ гелик даже такой в каком-то плане. Еще я помню, был такой синенький тоник с алоэ у Ифраше. Я в свое время он у меня был прям must-have мой. Ну, они как-то что-то общее имеют. Я его использую как и тоник, и его может заменить он попутно и сыворотку. И даже крем. Хорошая штука. И вот я решила, что его надо бы тоже доделать. Хотя у него, в принципе, он до августа 26 года срок годности у него. Но я им сейчас пользуюсь периодически. Поэтому они у меня оба тут идут. Даже не с целью доделать, чисто с целью, потому что использую. Вот этот спрейчик у меня будет в использовании для расчесывания волос. Был у меня такой шампунь-парфюм с Эмили. Что-то я все-таки поняла, что мне больше нравится мыть голову где-то раз в 2 дня. Ну и он то расчесываю волосы после него, после мытья, то не очень. В общем, как-то он с жирными волосами все же не совсем сходится. Когда нормально, раз на раз не получается. И я подумала, что вот у меня есть там куча всяких открытых шампуней. И шампунь с Эмили ушел туда же, куда все остальное. Тут 250 миллилитров, ну, изначально было, наверное, уже где-то 1/3 осталось. У меня есть на него отзыв на рекоменд. Мне вообще нравится эта фирма Базе, хоть ее кто-то там ругал мне в комментариях, даже на шорт вроде было или еще на что-то. 20 в одном, но он мне лично помогает расчесывать спутанные волосы на ура. Можно наносить на влажные, можно наносить на сухие. У меня тут кремик, который мне дарила подписчица, по-моему, в прошлом году еще. Леночка из Франции, которая попутно еще из Минска, ну как-то так. Химмедсинтез. Оксамит, я хотела оставить отзыв на него на рекламу, потому что мне очень понравился этот крем. Крем для рук питательный, кстати, вот, надо попитать руки. Он у меня был в деревне, но у него срок, по-моему, тоже где-то до конца года. Ну, я решила его взять с собой, во-первых, из-за того, что срок заканчивается, во-вторых, он мне очень нравится, ну, он довольно экономичен, он совсем немножко надо, он хорошо впитывается, увлажняет руки, вообще прям находка такая. Но все-таки сподоблю, сделаю ветку и оставлю отзыв ему на рекоменд. Я так поняла, что он исключительно в Беларуси его можно купить. Научно-производственный центр Химмедсинтез. 12 месяцев после вскрытия. 100 миллилитров. Очень хороший кремик. Спасибо, Леночка. Почему он у меня будет использоваться уже в городе? Я не уверена, но мне кажется, он мне помогал как-то быстрее заживить вот то, что кошка оставила. Тут на днях я как-то не заметила, когда, но заметила уже саму вот этот шрамик, что она меня как-то царапнула. Вот это у меня все никак не заделается. Я то использую, то нет. Тоже Либредерм, Серафавит для атопической, сухой, склонной к зуду кожи. Можно использовать детям от 3 лет. Тоже на него есть отзыв на рекоменд. Неплохая штука, надо наносить на влажную кожу рук. Ну и, в общем, как бы я его тоже думаю доделать.
Молочко для демакияжа, пробиотическое, все никак не закончится. Ну, правда, я и в городе-то особо не была. А если была, то особо не пользовалась помадами, чтобы их смывать. Но у меня есть запрос на видео моих помад, включая блески и гигиенички, с запросом, чтобы на губах была яркая помада. Так вот, потом я ее смою вот этим средством. Это пробиодерм от Багздрав. Багздрав, который выпускают закваски. Хорошая штука. Надеюсь, закончится. Так, у меня тут есть немножко сыворотки. Вроде и сантиметр, но она такая экономичная. Это Либредерм Серум серия. Гиалурон B5. Вообще ее можно использовать вместо тоника. Либо поверх вот такого тоника. А так она мне даже кажется не вот, ну, практически, вот она менее... Вот это более густая, чем вот эта сыворотка. Тоник Софнер более густой, чем вот такая сыворотка. На нее тоже есть отзыв на рекоменд. Вот это в черновиках есть отзыв, все никак не допишу. Попал мне в моем первом единственном заказе на бьюти-патче подарок за заказ. Очень хороший крем для кожи вокруг глаз с роликами. Мне прям нравится он. Причем я его потом увидела на Вайлдберрис, что-то около 200 рублей. И Мэйш, и Маш, фиг знает. Короче, какая-то китайская фирма. Я им... Или когда утром использую его, когда вечером. Соответственно, вот этот, если тот утром обычно, а этот вечером наношу на кожу вокруг глаз, это Selfie Lab Zen, серия Zen Superfood Энергии Матча. Ну, у них вообще это Матча называется. Да, то слово, что вы услышали. Гель-бустер для кожи вокруг глаз и носогубной зоны. На самом деле, это обычный такой кремик, увлажняющий для кожи вокруг глаз. Я ему оставляла отзыв на рекоменд. Если интересно, гляньте. Так, у меня тут шампунчики будут. Я решила его доделать, потому что у меня был такой период жизни в деревне, что иногда у меня сыпались волосы. Ну, не так, что вот как год назад, но просто как бы иногда что-то они выпадали. Дофига чересчур, 3 волосины за день. И сейчас как бы осень, тоже пора такая, что могут волосы посыпаться листопадом. Ну, не так, конечно, как вот у меня год назад реально было, или в начале года. Я просто решила это доделать, как профилактический шампунь на основе вытяжки из грязи Сакского озера от выпадения волос. От суперсильного выпадения он не поможет, но вот именно как профилактика очень даже неплохой. Тут шампунь и бальзам. На них тоже есть отзывы на рекоменд. Кстати, сделано в Крыму. По 200 миллилитров. Я сегодня полежала в ванной и уделала соль для ванн, которую мне подписчица Лёлечка подарила. И пену для ванн, которую она мне дарила, может, еще года два назад даже. И поэтому у меня тут другая пена для ванн тоже от подписчицы Лёлечки, Avon Senses. Мне очень нравятся пены вот такие вот, в таких флакончиках по 500 и по литру. Ну, 500 миллилитров, либо целый литр, как тут. Это у нас малиновое удовольствие, пена для ванн. Я ее уже использовала немножко, вот, ну, видно, что тут неполноценная пена. Ну, в общем, теперь она будет у меня в использовании. Возможно, я надеюсь, что вот тебе все-таки хотя бы раз за месяц полежу в ванной. Просто даже понюхать ее. Чем-то таким фиолетово-малиновым пахнет. Даже не уверена, что малиновый. Малиной чисто. Тоже подарок от подписчицы Лёлечки. Это Avon Senses. Жидкое мыло. Я как раз вот привыкла что-то сейчас пока пользоваться именно жидкими мылами. Хотя тут разбиралась, нашла мыльную основу у себя. Плотную, как кусковое мыло делать. Допустим, может, как-нибудь займусь, сделаю себе кусковое мыло. И еще нашла мыльную основу, которую все никак не дади, не вскрою, не использую. Она не совсем, ну, она кремовая там или что в этом роде. Жидкое мыло для рук, новогоднее настроение. Альтернативное тестирование на животных. Ну что, честно говорят об этом. Мне, наверное, какую-нибудь лабораторию с мышками держат. Насчет мышек, у меня кошка в деревне поймала ласку. Как я поняла, что это была не первая ласка, которую она поймала, но была первая ласка, которую она решила преподнести в подарок другому человеку.
У меня было две таких зубных пасты, одна с углем, она осталась в деревне. Я что-то подумала ее взять, а потом думаю, что она будет, ну, как бы у нее срок годности нормальный, там, как бы она может дожить до следующего лета, и пусть живет. А это у меня белая зубная паста, кстати, на нее есть отзыв на Алике, LB Silk зубная паста. И у меня вот как раз бальзам закончился, LB Silk-овский, который с маслом жасмина. Потому я решила себе заказать уже. Я просто хотела какое-нибудь масло для губ. Вот масло с облепихой на озон попалось. И я рада, что его заказала. Так, я тут последние дни использую эти патчи. На них тоже есть отзыв. Это подарок от подписчицы Кати на Новый год. Какая-то китайская фирма Феоир. Я не знаю, как прочитать ее, правильно называется. Увлажняющие патчи со смантусом. Патчи такие, так как ватный диск кругленький. Срезали внутри. И вот он на верхнее и нижнее веко. Очень хорошее. Особенно если всю неделю нормально не высыпаешься, ложишься поздно по некоторым причинам. Иногда тебя в 8 утра будет или в 3 ночи тебе сообщение приходит. И, соответственно, утро в Китае, пьяное утро в китайском квартале всю неделю, и вот они приводят глазки в чувство. Точнее, веки. Хорошая штука, мне очень понравилась. Спасибо, Катюша. Так, у меня тут от Леночки. Та, что подарила тот шикарный крем для рук. Битекс, роскошный уход, отшелушивающий скраб, сахарный скраб для лица и губ. Он тут наполовину уделанный. Даже, наверное, ну, может, чуть больше, чем наполовину. Чуть больше, чем половина осталась. Он мне очень понравился. Я на него отзыв на рекомен писала. И я буду его использовать дальше. У него еще такой аромат унисекс, мне очень нравится. Так, у меня это средство все никак не закончится. Вроде уже все выдавила, еще что-то есть. Деликатный гель для ежедневной интимной гигиены. На него тоже есть отзыв. И на эту штуку тоже есть отзыв на рекоменд. Она все никак не закончится, но мне кажется, там осталось совсем чуть-чуть. Я надеюсь, что она в октябре уделается. У меня еще, потому что есть пенка другая. Не помню фирму в запасе, как стоит. И еще пенка, которую мне подарила Лелечка из последней своей посылки. Пенка эйвоновская. А это Ботавикас. Она позиционируется как пенка для макияжа и очищения. Нежно очищающий мусс для чувствительной кожи лица. На самом деле она очищение дает, но вот для макияж используйте что-то другое. Так, у меня тут Дезик. Сама, это не Дезик еще. Это сыворотка Детокс, которую я вот открывала летом. И, в принципе, вот я ее планирую. В основном ее сейчас использую. Планирую ее тоже доделать. Она у меня повторюшка уже. Как-то покупала Детокс. Причем потом я купила снова Детокс. Я думала, я забыла, какая у нее была упаковка и название. Подумала, что это другая сыворотка Детокс. Сказала, что та же самая. Короче, это с гиалуронкой, с витамином С и сером. Очень хорошая увлажнялка, особенно вот на лето, когда крем кажется тяжелым. Удобная пипетка тут, она такая немножко изогнутая. Мне она больше в этом плане нравится, чем сыворотка роз, потому что там, чтобы набрать, надо вот прям вот так вот нажимать, потом открывать, и только потом оно достанешь, уже набралось. А если просто так вот тыкать, то такое ощущение, будто там нифига нету. Так, у меня тут вот эта штуковина. Иногда меня выручают, когда вот куда-то надо срочно вылезти, а ты поел чесночка. В общем, у меня там еще как бы такая штуковина есть. Это от лесного бальзама. Total Complex антиналет, плюс защита от кариеса. Ополаскиватель до полости рта. Ну, стоит как бы в ванной, пока использую этот. Так, у меня тут патчи, по-моему, Биоаква. Я со вчерашнего дня их снова использую. Причем это такие хорошие патчи, их можно не только использовать как патчи вот под глаза, но и на любую часть лица попутно. Золотые патчи, я не помню, делаем отдельный обзор или нет, но, в общем, я их снова использую. У меня там еще коробочка есть от Lovely Sense в запасиках. Ну, сейчас пока эти патчи будут идти. Потому что, в принципе, я их в основном вот сюда кладу. Или там у меня где-то от недосыпа бывает местами сухая такая кожа очень сильно. Надо утром записать видео, да, или куда-то выползти, чтобы кожа лица более-менее вменяемая была. Я решила открыть вот этот кремик. Вообще их два. Это подарок от подписчицы Лёли. Кремик для ног. Потому что
крем для тела я отдала в связи с тем, что не идет у меня этот аромат. Поэтому я решила, что может лучше сейчас использовать для ног именно крем для ног, а не что-то такое для тела. Это восстанавливающий крем для потрескавшейся кожи стоп. За 3 дня их восстанавливает, он говорит. Вообще, мы цены. Парень, это подарок от подписчицы Лёлечки. Спасибо тебе. Вот у меня теперь благодаря тебе есть 2 кремика для ног от Эйвен. Так, у меня тут Кайлаш Дживан, универсальное средство. Привет, Аня, которая прониклась Кайлашем и теперь будет им пользоваться. Можно ранку помазать, можно мозольку сухую. Можно вместо крема для лица или крема для рук его использовать. Так, у меня тут гелик для душа. Тоже от подписчицы Лёлечки Эйвен Сенсес. Это у нас что тут? Какое-то тропическое мексиканское маракуйя и лайм что-то там. Тут вообще по-русски что-нибудь есть? А, только что оно сделано в России. А нет, тут написано «Мексиканские тропики». Нашла. В общем, он гелик от Эйвен, от Лёлечки. Мне нравятся такие гелики. Я вообще себе кое-какой гелик заказала, но он пока все никогда меня не дойдет. Так вот, что у нас тут? Вот это масло эфирное, которое я добавляю сейчас в дезик. Это фирма «Натуральное масло чайное дерево». Мне вообще нравится фирма «Натуральное масло». Продается в аптеке, одно время видела даже на Лайберс. И да, вот последнее тут еще. Все, вроде ничего не забыла. А тут маски-тряпочки, патчи, патчи для губ, еще какие-то масочки, маска-желе, по-моему. Я на нее оставляла отзыв. И еще вот из наборчика Биаква маска-тряпочка. Что-то я прониклась масками-тряпочками, они у меня будут использоваться тоже в октябре. И вот я, конечно, заказала, мне как бы подмывало давно попробовать какой-нибудь дезик с кварцем. Я заказала себе дезик спрей на Яндексе. Вот придет посылкой Почты России на следующей неделе. Я попробую его, потыщу, потом запишу вам видео. Короче говоря, мнение просто скажу, а так пока вот у меня тут мой самопальный на фильтрованной воде с эфирным маслом. Дезик. У которого немножко сломался флакончик, он сейчас нормально не прыскает, а больше плюется. Надо бы флакончик заменить. Но пока я соображу найти где-то этот флакончик подобный, у меня дома где-то есть. Я что-то увидела в интернете, посмотрела, где можно заказать, и вышла, смотрю, на Яндекс.Маркете, думаю. И заказала какой-то дезик с кварцем. Тоже такой спреем. Ну, вроде как все, может, я что-то забыла показать из своего ухода. Вроде постаралась ничего не забыть. Ну, по крайней мере, я очень старалась ничего не забыть. Ну, и... Если хотите поддержать канал, где-то будет облако. Тут или там. Ну, если чем-то подобным пользовались, можете поделиться в своих комментариях. Я вам поставлю сердечко, если оно будет нейтрально положительно написанный комментарий. Ну и как бы это, чё? Если я забыла что-то записать, а вы меня просили, можете напомнить мне в комментариях, просто, ну мало ли, я забыла. Ну и всем пока!